Четыре человека чудом не пострадали во внешне довольно серьезной дорожной аварии в Екатеринбурге. Накануне около 9 часов вечера на улице Самолетной напротив одноименной остановки общественного транспорта столкнулись две легковые машины. По словам водителя Део Джентра, сказанным журналистом агентства «Ночные новости», он двигался по Самолетной в направлении улицы Щербакова со скоростью около 50 км в час. И в этот момент навстречу ему вылетела «Тойота Камри». Удар пришелся в левые крылья обеих машин, отчего легковушки развернуло в противоположное движению направлению. Подушки безопасности уберегли обоих водителей и их пассажиров от серьезных повреждений, а вот сами транспортные средства утратили способность к дальнейшему передвижению. Причем «Тойота» вообще лишилась левого переднего колеса. Авария на Уктусе в вечерний час пик создала серьезные помехи в движении транспорта. И если маленькие автомобили, лавирующие, как-то могли миновать место ДТП, то автобусам и троллейбусам пришлось остановиться до самого окончания эвакуации разбитых машин. Водитель одного из автобусов, правда, попытался объехать разбитые машины по газону, но застрял во влажной земле. Его самого пришлось вытягивать на тросе коллегам по автопредприятию. Но самое главное, ни один из четверых человек в этой аварии не пострадал. Во всяком случае, в помощи медиков не нуждался.